Рахама Липсис для меня была очень большим примером еврейской души, которая не поддается, а хочет всегда жить далее. И специально для меня ее подход к культуре идиш. Она была певцом идишовской песни в художественном большом, как говорится, большой талант. И я очень грустный. Ну, для еврея грусть и радость идет вместе. С одной стороны, я очень рад, что я нахожусь здесь, на этом огромном, удачном съезде Лимуд. Для меня это очень-очень радостная вещь. А с другой стороны, грусть о том, что она уже ушла в вечность. И она, надеюсь, будет там наверху смотреть на нас, чтобы наш еврейский народ дальше жил и имел свою культуру и на идиш, и на иврит, эти обе культуры, и чтобы ее память была вечна. Барух Даян Эмет.